Привет, друзья, с вами Кердекс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием The Survivalist. Я нашел еще одну макаку на том острове, прежде чем плыть домой, поэтому у нас с нами сейчас толпа из 9 макак, если я не ошибаюсь. Да, вот одна оруженосец, а так 9 макак. Мысля моя в чем? Я так прикинул, естественно, нам нужно сейчас заняться крафтом, по идее, но... мысля такова, что я думаю, было бы логично направить нашу базу на этот основной остров, потому что он, собака, огромезный. Соответственно, шанс появления на нем торговца гораздо выше, чем на близлежащих маленьких островах. Ну и самое важное, все ресурсы, особенно которые добываются с животных, их здесь будет гораздо больше. То есть мы тут будем сраться, мучиться, этих кроликов несчастных бить, пытаться там буйволов искать. Но здесь же нам достаточно просто разворотить пару пум, либо же тигров, и мы получим огромное количество того же меха, мяса и так далее. Поэтому я думаю, что нам нужно переехать на эту часть. Я вот прям на все 100% уверен. Беда переезда в чем? Мне нужно перепроверить, что у нас требуется в постройках. Так, стол мы точно оставляем, это нам не надо. Меня интересовала печь. Печь — это камень и грязь, вообще запросто. Верстак обычный тоже ничего не требует. Мне кажется, что мы можем только выгрузить нужный нам ресурс и перевести его туда. То есть... я хочу сделать так, чтобы мы мизерное количество предметов перевозили отсюда туда. Надеюсь, я достаточно правильно все объяснил. Ну, короче, что у нас по ящикам вообще? У нас ящики забиты сырьевым начальным ресурсом в большинстве своем. Вот, допустим, сложные ресурсы я, естественно, отсюда позабираю. Либо те ресурсы, которые нам редко встречаются. А всякую мелочь пузатую, я думаю, мы выставим там на крафте. Я думаю, там сделать уже, если делать базу, прям базу, то мы сделаем, как я и планировал. То есть костер, стоит 10 костров. На нем все рецепты они крафтят при наличии ресурса. Там условно верстак, они крафтят при наличии... ну хотя с верстаками чуть сложнее будет. Там надо будет все-таки контролировать. Я понял, чего здесь не хватает. Здесь не хватает ограничителя по крафту. То есть когда мы ставим рецепт крафта, чтобы мы могли выставить ограничение. Что вот, допустим, этого скрафтить там 20 штук. Или в наличии, чтобы на складе было 20 штук. Ну короче, с этим все равно тоже можно жить. В общем, идею, я думаю, вы поняли. Я не уверен, что нам хотя бы даже... нихера, сколько вы еды наделали. Я не уверен, что нам даже половину отсюда нужно увозить. С другой стороны, нам ничего не мешает отсюда сюда сплавать несколько раз, правильно ведь? Абсолютно ничего не мешает. Но, скорее, проблема будет в том, чтобы забрать с собой макак и потом не запутаться в них, какая за что отвечала. Вот это будет, скорее всего, сложнее всего воплотить в реальность. Так, это перекладываем, биты тоже пока здесь оставь. Придет, кстати, по-моему, время, что мы биты будем выдавать нашим бойцам. Но это не точно. Так, из самого ценного давайте вот это заберем, уголь тоже пусть будет. Гвозди, самоцветы. Рога оленя, по сути, как и бивни нашего другого товарища, они, по-моему, нахер не нужны. Они чисто декоративные. Ну, мне так кажется. Мне так кажется. Так, это мы передадим нашим товарищам. Давай это сгружай. То, что более сложное в крафте, то мы, в принципе, с собой и возьмем. Все остальное можно забить болт. По-хорошему, нам нужно будет сделать крытую базу. Закрытую стенами, чтобы мы могли иметь хоть какую-то оборону. Мне кажется, это важным. Так, это тоже заберем. Я понимаю, что мы там все можем добыть. Но я не уверен, что я хочу тратить макак на добычу. Выставлять их на добычу. Проще сделать схему производственную, чем добывающую. А добывать будем вручную. Ну, хотя тоже вручную добывать — это тоже херовая идея. Так-то это очень плохая идея. Надо бы вообще сразу прицениться и прикинуть, где мы там будем находиться. В каком месте мы будем сидеть. Но это уже будет совсем другая история. Так, еще одна бита, стекла. Давай уголь перекинем. Давайте я вам сейчас поставлю здесь, чтобы вы не филонили. Крафти веревки. Они нам точно Боже, столько макак бегает. Это настораживает. Так, это сюда. Уголь сплюсовался. Нам ничто не мешает на корабль поставить еще дополнительные ящики. То есть мы ящик большой дадим макаке. Мы вообще можем все ящики макакам дать. Это тоже в целом не проблема. Правда, мы потом можем заманаться и их перекидывать. Но это уже совсем другая история. Так, это забирай. Веревки, листья вот эти тоже надо бы забрать. Так, выгружаю сюда все, что смогу. А, сюда влезет, все, все стакается. Вот этот ящик у нас будет тогда запасным. Так, давайте я поем. Че добру пропадать, правда? Мы можем с собой небольшой запас взять тех же листьев, древесины, чтобы нам первое время не нужно было ничего добывать.
Чисто первое время. Вообще, можно было бы здесь оставить макак, но да ладно. Так, окей, это оставляем сюда. Это будет у нас второй ящик, который мы потащим. Ягоды еще давай. Крупные камни. Точно, нам же камни нужны. Камни нужны для того, чтобы печку оформить. И вот это вот все дело. Топор давай сюда. Пусть парочка будет про запас. Песок, я думаю, мы там добудем. Я надеюсь, это не будет большой проблемой. Так, это оставляем здесь. Давайте еще вот это тогда скинем. Так, что у нас выходит? Тут у нас в основном инструменты и сложные ресурсы. Здесь у нас уже все остаточное, что мы хотим добрать с собой. Давай еще веревки. Ну, слушайте, я думал, что у нас очень много нажитого, так сказать, а его не так уж и много. Не так уж и много. Так, сразу готовы большие камни. Давай это сюда. Крылья сюда. Это сюда. Сколько у нас запас веревок? Ну, немного, но... Хоть что-то да есть. Так, я могу вот этот, по сути, большой ящик сразу же передать. Где наш оруженосец? Иди сюда. Вот он, да? Держи. Это будет твоя ноша. Так, у меня еще осталось мясо. Я думаю, с травой там точно проблем не будет. А вот дерево добывать довольно муторно и сложно. Ну, как сложно. Условно сложно. Так, заберем это. Рога пусть тоже будут. Ладно, хрен с ними. Это тоже заберем. Сейчас я напичкаю тогда этот ящик до конца. Бляха, веревки там лежат. Это сюда, это сюда. Ну, еще остаются слоты, которые у меня есть. Ну, по идее, мы можем вообще все вынести. Было бы желание, вот серьезно, было бы просто желание. Сейчас сделаем, он сюда сгружает, да? Травы, допустим, мне столько не надо. Давай сюда еще выгрузим это добро, кирка. Кирку вообще можно выкинуть, хотя они ее сейчас обратно скинут. Земля не горит. Это забирай. Ну, давай еще рожки заберем. Так и быть, песок заберу. Мне кажется, все. Сейчас, просто надо выставить теперь молотчика. Друг, милый друг, друг, милый друг. Давай тебя остановим. Просто иди за мной. Здесь мы забили? Забили. Так, ты, держи. Так, еще один ящик взял. Все, ребятки, я думаю, вы можете останавливаться. Хватит мучить жопу. Что-то ценное у нас здесь есть. По идее, есть кровать. Мы забрали само покрытие, а саму кровать мы можем забрать? По-моему, лопаты мы в прошлый раз забрали. Я, кстати, не уверен, у меня есть лопата. Да иди сюда. Стоп, я кому-то что-то передал? Нет. Так, лопата у тебя осталась? Осталась, давай сюда. Сейчас попробуем. Нет, нельзя лопатой копнуть. Я, по-моему, пол лопатой копнул. Я могу ошибаться. Так, а если топором? Вообще пофиг. Так, где-то здесь кирочка эта коцаная была. Давай сюда. Тоже по бубну. Молоточек, например, может быть. Дружочек, дай молоточек. Это не то. Это чуть-чуть не то. Не могу я разобрать этот объект, да? Да, проблемка. Ну пофиг, в принципе, все тогда там на месте сделаем. Так, верни мне топор только. А как у тебя слот один? А, это лопата. В принципе, все. Можем еще вот этот ящик на голову накинуть кому-то. Так, это оставить, оставить, оставить. Би-би-би-би-би. Главное не запутаться теперь в наших макаках, серьезно. Самое простое, не запутаться. Я думаю, мы можем, в принципе, этот ящик тоже на горб взять. Так, сейчас, где у нас? Ты, макака, следуй за мной. У него инструмент. Но это ничего страшного. Ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч. Не бегайте. Так, держи. А, так вы можете нести, даже когда у вас инструмент в руках? Чего вы молчали? Так, двигай за мной. Где-то еще одна макака-бездельник. Сейчас сместитесь все за мной. Я боюсь, что они не влезут на корабль. Я вот за это только переживаю теперь. Так, держи. Так, да ты убегаешь.
Так, здесь у нас трава. Тихо. Так, вот это еще надо передать. Ты держи. У тех, которые работяги, у них не должно быть инструмента на руках. Это из хороших новостей. Все, макаки, погнали в маршрут. Давайте я только... мяско заберу, что добру пропадать. И веревочки. Можем текать отсюда. Это был хороший домик. Так, я всех забрал? Вроде бы да. Ловушку, конечно, тоже можно упереть. Сейчас, тихо. А, ее надо сначала разгрузить. А, ее можно так взять. Пфф, вообще хорошо. Короче, мы нихера здесь не оставим. Все нам надо. Да, наши ребята тут зря, получается, вырубили весь лес. Но это мелочи. Давайте, макаки. Великий переезд. Так, теперь надо молиться, чтобы мы реально влезли все. Так, все на борт. Так, вроде все бегут. Сложно будет теперь, правда, управлять. Или нет? С богом, как говорится. Мне нравится, что они прям в рядок стали с ящиками. Это хорошо. Так, стоп, я ж не посмотрю маршрут. Я думаю, что? Нам по-хорошему, конечно, по-хорошему, база должна быть на берегу, недалеко от берега. Я думаю, мы вот здесь немножко проплывемся. Перекусить бы, да, юпресет. Я думаю, мы там немножко проплывемся, посмотрим, что еще в той стороне берега. По-хорошему, по-хорошему. Нам нужно, чтобы там было смешение двух биомов. Обычного леса и... как он называется? Берега. Обычного песчаного берега. Нам этого должно хватить надолго. Было бы, конечно, круто, если бы там было совмещение. Давайте, что такое? Это что за херня? Стоямба. Стоямба, говорю. Я этой херни никогда не видел. Остановись. Искать. Гвозди. Неплохо. И еще одна история. Окей, историю мы потом как-то почитаем, наверное. Да дайте мне взять... Спасибо. Так, разворот, поплыли дальше. Короче, бережок проверим. Будет круто, если будет совмещение трех биомов. Джунгли, лес и песчаный берег. Если такого не случится, тоже ничего страшного. Пойти. Мы в любом случае выживем. Беда, правда, нахождение прямо на берегу, что мы перекрываем себе... Я понял. Подождите. А, бляха, здесь вот это говно есть. Так, тихо. Цепились, давайте здесь оплывем. Беда в том, что если мы на берегу строимся, то мы перекрываем себе половину территории возможной, по которой мы могли добраться до потенциальных ресурсов. Тихо. Кстати, а раньше, по-моему, силуэты не отмечало, когда были за текстурами. Или я в глаза лупился. Оба варианта могут жить. Абсолютно спокойно. Так, двигаем. Двигаем. О, да, полная жопа. Я тебя в этом плане, друг, поддерживаю. Поэтому мы проплывемся по северному берегу и посмотрим, что там есть. Мы, конечно, многое не увидим, но то, что мы увидим, нам должно хватить. Вот беда в том, что нам нужно переключаться постоянно. Вот опять же, что было сложного сделать в том, чтобы во время плавания можно было открыть карту? Ну, не понимаю. Так, Shadow Whale, здрасте. Аккуратненько выруливай. Так, здесь засушливая эта зона. И рядом находится скала. Бляха, что летучие мышцы, кстати, на меня нападут? Разворот, да, нападут. И макаки уже агрятся. Макаки уже хотят уничтожать. Так, здесь огромная скала продолжается по всему берегу. Так, там мелкий заворот и еще одна скала. Разворачивай камеру. Твою мать, что-то торопимся. Собака сутулая. Так, еще одна скала, вижу еще одну засушливую зону рядом с берегом. О, глотка дракона. Мне нравится название. Я хотел бы обитать в глотке дракона. Так, тише. Не тараним берег, не тараним. Так, здесь скалы проплыть можно? Скажите, пожалуйста, что да. Так, ну вот здесь, в принципе, очень похоже на то, что нам надо. Нам просто нужно же еще, чтобы мы с этой зоны могли выплывать в ближайшие регионы. Так, ребяточки, дайте мне одну минутку. Я проверю, насколько здесь все хорошо. Так, здесь есть пальмы, здесь, значит, лес. Они там какую-то кнопку нажали. Бляха, тигр. Отойдите. Сейчас пусть атацкеры. Че он там стал? А?
Ребятки, фас. Я понимаю, что половина из вас, конечно, не вооружена даже, но... Бляха, ящики все пороняли. Нельзя меня бить. Эх, у меня еще и бита сломалась. Ну, и так сойдет, ладно. Держи ящичек назад. Жаль, что я не могу им общую команду дать. Или могу? По-моему, могу. Сейчас проверим. Да, я могу им всем дать команду. Бросить предмет, следовать. Я не могу им дать команду всем остановиться, по сути. Ну ладно. Так, здесь есть лес. Скалы, скалы, много скал. Тотем, довольно пышный лес. Так, там скала. Давайте с этой стороны зайдем, ребятки. Так, они кого-то пьют. Или нас кто-то пытается бить. Пока до конца непонятно. Но кто-то кого-то явно лупит. Так, давайте я мяско заберу. А то у нас голодуха такая вещь неприятная. Так, давайте-ка еще здесь просмотрим. Так, здесь засуха немножко. Или множко. Множко, походу. Твою мать, там пума бегает. Проплыви... Бляха, там опять скалы идут. Идите на корабль, все-все-все-все-все, быстро-быстро-быстро-быстро. Дык-дык-дык-дык-дык-дык. Забавно смотрится. Так, все на корабле. Ну, бляха, на самом деле ситуация не такая радужная, потому что здесь оказалось очень много скал. Очень-очень много. Ну, давайте я еще прошвырнусь тогда. Дайте пройти, боже мой. Немножко прошвырнемся еще в эту сторону. Там я просто видел, на берегу еще скалы есть. Что у меня есть... Бляха. Хотел ювелирно пролезть. Там еще есть, меня это огорчает, конечно, но... А юбрасете! Такой жирный плод, а? Да, вот скалы на берегу прям. Там мы не просунемся, поэтому аккуратненький разворот. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай! Найс. Нам главное не селиться в джунглях. Все, все остальное нас, в принципе, не волнует. А, ну еще эти пепельные земли. Там тоже может быть, скорее всего, неприятно. Так, плывем, 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 плывем. Нормально, 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 ювелирно. Ювелирно, все ювелирно. Сейчас вот здесь еще, может, заглянем. Что происходит? Мы все равно весь остров залутаем в любом случае. То есть это не то чтобы проблема. Так, длинный берег. Согласен, херня получилась. Тише, 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 тише. Так, здесь немножко потухшие земли. Так, давайте сюда швартанемся. Сейчас глянем быренько. Стоямба. Так, пацаны. Две машины, лоб. Неплохо. И здесь, естественно, это говно, которое нихера не стоит. Так, здесь у нас слишком большая поляна. Но за ней что? За ней скала. Бляха, это херово. Тихо, кабанери, фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу, нет-нет-нет. Ай, поджопник получил. Ломай ему жопу. Так, минус один. Так, можете еще этому жопу поломать. Че он тут гуляет? На, по жопе. Но-но-но-но-но, друг мой. Нормально, дружно сломали ему жопу. Теперь ящики забирайте обратно на город, пожалуйста. Я, конечно, все понимаю, что вы бездельники. Да иди сюда. Убегает от своих прямых обязанностей. Ишь, собака. Держи. Сейчас самая беда в том, из-за того, что мы вступаем в бой, я потом запутаюсь, кто из них у нас боевой, а кто нет. Ну ладно, придется посмотреть. Так, здесь у нас получается опять огромное количество скал. С одной стороны, хорошо, что здесь железо есть. Но с другой стороны, это совсем не то, что нам надо. Я думаю, что нам придется вернуться и где-то вот здесь селиться. Но с другой стороны, здесь вода под боком мешать будет. Тут джунгли. Ну, давайте дальше прошвырнемся. Я думаю, что мы найдем в конечном итоге место в любом случае. Блях, откуда здесь еще один кабан? Кабан, одумайся! Ломаем жопу, ломаем жопу. Отходим. Никто не уронил ящик? Мое уважение. Мое уважение, товарищи. Хрен с тем мясом, боже, мы еще найдем мясо. Я еще не проверял, кстати, вот эти деревья. С них, может, какие-то колючки выпадают или еще что-то.
Давайте, 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 все на корабль. Мне так нравится, как они толпой влетают просто в корабль. Так хотят жить, так хотят убежать. Так, разворот, поворот. Осторожно, осторожно. О, о, вот это, по-моему, то, что надо. Скажите, пожалуйста, что... Ой-ой-ой, очень похоже на то, что надо. Так, стоямба. Тут лес. Нежно переплетается. Здесь огромная полянка, как раз идеально. Ну, немножечко, правда, хрычи сбоку есть, но это мелочь. Так, давайте-ка, давайте-ка. Здесь у нас засушливая зона. Полустепь. Так, уйди от меня. В смысле, я взял топор, почему не атаковал? Бейте его по харе. Так, никто сундук не уронил. Мое уважение. Так, кто-то в нас стрелы пуляет. Здесь еще много свободной зоны, а справа лес получается, да? Да, но лес весь забит гоблинами. Весь просто. Просто весь. Он весь сочится этими гоблинами. А, бляха, здесь еще и пума рядом. Так, давайте вот этого хрыча поломаем. Их здесь двое. Ноу. Ох, нихера. Нихера, ты глянь, что могу. Просто запинал хрыча. Так, ребятки, тут еще одна проблемка. Маленькая такая проблемка, жопастая, мохнатая. Так, ящик уронили. Тихо, уходи, 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 уходи. Покушать немножко. Че, он обиделся, ушел? Опа, уворот. Учись, пума недоделанная. Так, слушайте, пацаны, я, конечно, в соляного его могу затащить, но это будет очень больно. Поэтому вы там как-то поднапрягитесь, что ли. Красава, мое уважение. Да хватит махать, вы же. После боя кулаками не машут, товарищ. А тем более топору. Имей совесть. Так, еще один прилег. Товарищ, подъем. Расслабил булки, понимаешь ли. На нашем лайтовом острове. А, я думаю, что мы будем вот здесь организовываться. Я думаю, мы будем здесь. Причем вот здесь, по-моему, самое идеальное место. Нам будет, в принципе, недалеко до точек. Ну, мне так кажется. Так, давай ящик. Отойдите, боже мой. Шо вы такие, блин, лишь бы мешать. Так, ящик сюда. Этот ящик сюда. Или сделаем по-другому. Давайте по-другому сделаем. Вот так. Да не открывай ты, боже, потом посмотришь. Что ты там не видел в том ящике? Так, давай сюда. Ты Я ему топор отдал. Твою же мать. Так, сюда. Макака тут еще требует миску. Или что, чашку? Чашечку мы тебе организуем когда-то, точно. Так, ставим сюда. Если мы разграничиваем, тогда у нас здесь место хранения. Соответственно, здесь у нас будут тогда костры. А здесь будут верстаки. Беда, правда, в том, что я, скорее всего, не смогу вот эту штуку сломать. Ну, посмотрим. Так, давай тоже ящик. Почему у вас у всех не видно инструмента? Меня вот это еще смущает чуть-чуть. Совсем кропалик. Отойди. Да, блин, мух. Говорю, что отойди. Так, есть. Что мы с вами делаем? Проверяем, что по оружию. Так, Колин обучен на сбор. Саманта обучена на добычу. Кто еще безоружный? Кто стреляет? Нет, он в обычную макаку стреляет. Ты че, поц? Так, у меня штука есть. Твою мать. На, в лицо. Сейчас надо поесть. Пацаны ему там пока покажут, где раки зимуют. Нормально, наши ребята могут защитить территорию. Кстати, да. На этом острове придется в нашей базе оставлять людей, которые будут, макак точнее, которые будут отвечать за защиту базы. Потому что здесь, мне кажется, нападение будет нон-стоп. Блях, у нас еще и красная луна. Просто все срослось как надо. Так, ладно, по постройкам. Первое, что нам нужно организовать, это, естественно, кровать. Кровать моя будет где-то вообще вот здесь, в центре, чтобы она не мешала нам никак. А дальше нам нужны верстаки. Нам нужен сначала первый верстак, по-хорошему. Сейчас, подождите, я все-таки проверю, могу ли я здесь... Что такое? Что произошло? А? Мир наполнился вновь. Красная луна. Я хер его знает, что это значит, что он наполнился вновь. Но я на всяк пожарный биту возьму. Не то, чтобы я как бы сомневаюсь в своих силах. Но на всяк пожарный я все-таки возьму. Так, и дайте мне голимый топор. Я хочу попробовать вот эту хрень снести. Хрена лысого, я понял. Так, кто-то пришел. Ломайте ему череп.
Ушел. Так, это все нападение? Он просто откуда-то вообще из ниоткуда взялся. Так, я сейчас попробую поломать, когда я залутал. А, я ж не залутал, подождите. Ах, макак надо бы сейчас вообще к делу приставить, а то они будут всратые бегать постоянно. Ладно, сейчас. Забираем это, забираем это. А-а. Оно не ломается. Это плохо, соответственно, нам нужно будет базу сместить чуть сюда на один блок, чтобы мы могли выставить... Так, а вот это ломается? Алло, оно сломалось. Алло-ля-ля-ля-ля, подождите, не-не-не, так дела не делаются. Вот эта хрень точно ломалась. Может, все-таки лопатой? Нет. Ёпарасоте. Придется сейчас смещение сделать тогда. Смещение на один блок вниз, дерево мы растеребим. Здесь тогда делаем обрамление. Да, придется сделать смещение. Буквально на один блочек. Так надо, ничего не подумайте. Если мы хотим с взором будущее, так сказать. Если мы хотим потом делать оборону, то нам... Да, бляха-муха, зачем ты... Вот этот берешь, ставишь вниз, все. Теперь у нас вот здесь получается... Во, посветлело, найс. Вот здесь мы сможем теперь выставить стену. Теперь выставляю вот это добро. Сколько нам? Ну, верстака 2-3, наверное, для начала хватит. Вот здесь идет стена. Помогите пацану, что вы там это, тить умнять. Слышь, поц, я тут вообще-то строю, что ты меня бьешь? Ох, его просто изнасиловали, просто ни за что. Так, вот здесь у нас, получается, должны быть 3 верстака. Дальше. Гони костры. Костры у нас поставим пока 3. Потом, если что, точно так же зеркально добавим еще. Так, и самое, что меня смущало, это стены. Цены стен довольно недемократичны, назовем это так. Мы можем, по идее, делать целые здания из деревянных стен, дверей и окон. Но я думаю, к этому мы придем попозже. Сначала мы сделаем что-то попроще. Мы сделаем из вот этого же соломы. Кстати, а солому на стюки что требует? Требует траву обычную, супер. Из тюков сделаем обычную стену. Я не знаю, насколько она будет живучая против врагов. Возможно, она будет ограничивать их движение полностью. Но это пока не точно. Так, окей, здесь у нас что надо? Палки. Нам нужно одну точно скрафтить. Сейчас, у меня были и палки, и камни. А там камни крупные. Сейчас, закинь. Закинь, я говорю. Так, 4 веревки и камни, по-моему, не крупные. Или крупные. Так, крупные, по-моему, все-таки. Так, 4 есть и веревки. Где? Нам нужно один сделать, чтобы на нем уже начали делать первый ресурс. Блях, естественно, палки у меня нет. Макака, жди, мы тебе скоро дадим все, что ты хочешь. Так, первое, что мы делаем, мы отстраиваем. Так, это будет первый шаг к нашей недо автоматизации и оптимизации. Но мы все сделаем. Мы все сделаем шикарно. Так, есть. Потом, я думаю, что мы переформируем немножечко наших ребят. Я просто не уверен, потому что те товарищи, которые у нас стояли на сборе... Где он уже? Колин Саманта. Вроде бы у него 8 ячеек предметов. Но если речь идет о сборе... А что значит поручение? Что за херня? Короче. Речь идет о сборе, то он ресурсы, которые тащит на крафт, он берет их все равно по одной штуке. Что ты хочешь, делай, что ты не делай. Он все равно будет брать по одной штуке. Я не знаю, почему это так работает. Но это факт. Так, добыча 200% у него. Сбор 12 ячеек. Вот Самира мы должны, по идее, как раз перекинуть на сбор сырьевых ресурсов. Это как раз будет его обязаловка. У него и скорость выше, и сбор выше. Так, у вас что? Изготовление 400, Адам. Адам мы тебя и оставляем, в принципе. По идее, не один Адам должен заниматься на самом деле этим всем. Ну ладно. Так, давайте поставим на крафт первое, что нам точно пригодится. Это палки. Где у нас Адам? Бля, у них почему-то пропала отметка этих инструментов в руках. Бен, Адам. Запоминай, значится. Стоп, ему сейчас надо запоминалку наоборот вырубить. Да, твою мать, нет, это отдай. Это выкинь, это забери. Сейчас. Адам. Отменить. Отменил запоминалку? Вроде бы да. Так, добавить раз. Так, я еще и веревки выложу. Это сюда.
Там кто-то в кого-то стреляет, но я не понимаю, что происходит. Так, теперь Адам. Адам, мать твою, где ты? Открылась новая лавка, окей. Коби, Бен и Аган. Адам, иди сюда. Иди сюда, куда ты пошел. На тебе бумеранг в лицо. Смотри, видишь, есть что скрафтить. Крафтишь. Си? Си, отлично, он запомнил. Так, теперь следующий. Кто у нас там переносчик имбовый? Да, бляха, что уже происходит? Что началось? Так, а ну иди сюда. На тебе по наглой харе. Сломайте ему челюсть. Спасибо большое. Стрелы пусть лежат, они нам еще пригодятся. Так, дорогуша, значится, ты у нас изготовитель, мы тебя оставляем изготовителем. Добытчик, Саманта, как ты смотришь на то, чтобы подобывать здесь все, что есть? У Саманты ничего в руках нет, да? Бен, Жак, Яган, Октавия, боже, какие у вас имена шикарные, просто охереть. Так, вот Саманта, сейчас я ее все равно потеряю, это не имеет значения. Но, кстати, топоров у меня осталось. По-моему, да. Единственный топор, который в свободном относительно действии, это мой, который у меня в руках. Окей. Так, Саманта вроде темная была, да. Саманта, не бойся меня, держи. Так, теперь. Мне, получается, нужен же топор, да? Так, отдай сюда топор. Мне нужно Саманте показать, что делать. Так, Саманта, стоять, запоминай. Идешь сюда и уничтожаешь. Поняла? Саманта поняла, красава. Так, дальше. Дальше. Саманта добывает, нам теперь нужен имбосборщик того, что добывает сама. Да, а это Стеф. Стеф с копьем. Мать боже, почему не видны их эти? Вот, Стеф. Тебе нужно освободить инвентарь. Сейчас, дай секунду. Я эту каку выложу. Где он опять делся? Вот, Стеф. Сейчас пустой слот. Да отойдите все, бляха, муха, боже, как вы меня морозите. Так, Стеф. Иди сюда. Иди. Забрать предмет. Так, замечательно. Теперь Стеф. Запоминай. Так, это я выкину. Идешь сюда и собираешь. И тащишь вот сюда. Пусть будет в этот ящик. Без разницы. Стеф понял? Да, он кучу предметов за раз будет носить, все, он будет мега полезным. Дальше. Дальше. Собрал, добыл, замечательно. Теперь, нам нужен человечек, который будет из ящика переносить ресурс. Да похер вообще откуда, но будет переносить. Для этого нам пригодится любой свободный. Колин. Пойдем, можно сделать так. Вот он. Колин, учись. Идешь сюда. Берешь кокульку и кладешь сюда. Сип. Так, Колин запомнил, замечательно. Это уже неплохо. Я не уверен, нужно ли нам отдельно. Но скорее всего, да. Нам нужен будет отдельный, который будет класть строительные. Или он не будет класть. Сейчас все увидим. Так, цветы натаскивают. Так, вот это можете тоже забрать. Какого хера здесь лежит палка? Заберите отсюда палки. Так, вот здесь нужно 5 палок, и он, скорее всего, будет заниматься переноской только определенного ресурса. А где он делся вообще? Загадка. А, он костры. Костры закидывает, да? Нет. Не закидывает. Так, хорошо, отменяем палки. Что он будет делать? Да, нам нужен все-таки отдельный, к сожалению. К сожалению, такое случается, жопа делать. Так, кто у нас там еще по сбору был? У всех остальных сбор в просадке, да? Это не то, чтобы хорошо. У кого-то есть целый топор. Бен, вот, ты мне нужен. У тебя 60% бой, ты как раз не сильно прокачанный. Дайте мне Бена. Бен, вот. Бен, слушай меня внимательно. Отдай оружие. Спасибо.
Готовится набег. Да ёпарста, я только у них все позабирал. Так, окей. Запоминай. Берешь, где хочешь, ресурс. Находил. И кладешь сюда. Добавляешь в строительные блоки, понял? Он все понял. Сколько у нас вооружен? Да пойди, какой бы набег сейчас не был, мы, я думаю, справимся. Так, он начинает накидывать. Кстати, а строить будет этот челик? Скорее всего, нет. Просто на месте стоит, перекидывает. Красавчик. Шаришь, шаришь. Это все я могу сам, по сути, построить. Пока что. Это потом, когда мы наберем уже кучу макак, тогда у нас будет и строитель, и все на свете. Где набег? Или они набежали на мою ту базу? Хм. Кстати, есть шанс. Там же кровать стоит, тут кровати нет. Тут кроватки пока нет. Это может быть довольно забавной, кстати, штука, если они реально атаковали ту базу. Ну, чаще всего же базу как раз... Как называется, боже? Место базы причисляется к месту спауна. Месту сейва. Как хотите, так это и назовите. Но суть дела от этого не меняется. Так что я не исключаю этот вариант. Вообще ни разу. Выпало, да? Понял. Так, заберите траву. Набег закончился. Лол, кек. По-моему, это так и сработало. Так, окей, что там еще не хватало? Два листа. Я ж листья забирал, я точно помню. 30 листьев было. Меня не обманешь. Давай вот так. Сейчас мы организуем себе крователлу. И будем кайфовать. Будем кайфовать, чтобы мы могли уже засейвиться. В целом, я могу, думаю, себе позволить поставить этого... Как он называется? Товарища строителя. Бен, что такое? Нет ресурса, камня, нет палок. Возобновляем крафт палок. Запускаем все в свободном режиме. Я думаю, наверное, пока строителя назначать не будем. У нас не так много все-таки макак осталось. Как бы нам хотелось. Я могу построить это все вручную вообще без проблем. Начальный запас, так сказать. Небольшой начальный запасик. Беда в гоблинах в чем? Они у нас под боком будут, скорее всего, мешать. А мы с них, кроме денег и всякой хламы, мы особо ничего не получаем. Но это и не проблема, мне кажется. Мне кажется, это не то чтобы проблема. Бля, чуть не застрял в кострах. Так, что у вас готово? Да нет, не особо. Я, в принципе, камни могу скрафтить. Я человек простой. Дайте мне только набор блуд этих. Так, вы там не все просрали, я надеюсь? Вроде бы нет. О, сколько там на один нужен верстак? По 4 больших камня. Раз. Два. Три. Четыре. Сейчас все сделаем. Сейчас все будет по красоте. 8. Держите. Вот очень странно. У него вроде бы есть слоты для того, чтобы переносить большие объемы ресурсов. Но он забивает на это хер. Он полностью забивает на это хрен. Ну ладно, бог тебе судья. Что я могу сказать? Нам главное, что мы удачно выполнили переезд. Мы никого, по сути, не потеряли. И при этом всем... Здесь у нас уже есть перспектива действительно роста. Если все будет хорошо. Я еще не знаю, как здесь двери работают. Вот в чем проблема. Я, может, и задумался над созданием таких, как своего рода зданий, но что-то мне подсказывает, что они будут работать херово, враги смогут через двери проходить и так далее. Поэтому мы будем по стариночке делать. Так, ребята, что палки не собираем? Алло? Алло? Это что, нам еще одного сборщика делать, что ли? Где там челик? Что он делает? Шо-шо-шо? Нечего рубать? Ты серьезно? Ты это сейчас не шутишь, нет? Вот эту херню снести можно? Ее выкопать можно, по-моему. Где? Вот. Дожились, у нас лопат нет тоже. Ужас. Да давай, напрягайся, давай. Силушек тебе хватит. Мое уважение. Че стоим? Саманта нихера не делает.
Я могу, конечно, ее опять показать, но, блях, это будет тупо. Сейчас отменить. Стоять. Куда пошла? Запоминай. Идешь сюда, рубишь. Все. Вся твоя задача, собственно. Порубай здесь все, что видишь. Так, здесь мы очистили палки, они продолжают клепать. Где этот хрен, который складирует? А, он решил здесь все собрать, что она нарубала, да? А на базе собирать? Да, он пришел, на базе собрал. Ну, короче, пока он у нас будет один, я думаю, не то, чтобы большие проблемы с этого будут. Так, мне нужно, чтобы вы бесконечно здесь клепали траву. Просто бесконечно, потому что мы из нее и будем делать, собственно, первое оборонительное сооружение. Назовем это так. Так что пусть приступает. В целом, бойцы готовы, нам в любом случае нужно идти лутать сокровищницы, нам нужны оружие и инструменты, в конце концов. Я ж не собираюсь это все говно крафтить. Это слишком дорогое удовольствие. Ну, еще и печку организовать нужно. Короче, пока что, ребят, я сделал с вами небольшую паузу. Спасибо вам большое за просмотр, не забывайте комментировать увиденное и, конечно же, нажимать на колокольчик. И мы с вами встретимся уже в следующем эпизоде. Пока-пока.